Друзья мои, я вас приветствую на своем канале. Я Александр. Сейчас я немного вкратце хочу рассказать, чем мы занимаемся. Но прежде, ребят, я хочу вас поблагодарить, ребят. Поблагодарить за то, что смотрите меня, что ставите лайки, что пишете комментарии, что оставляете какие-то отзывы, то, что обращаетесь ко мне привезти вам автомобиль с аукционов в Японии, то, что обращаетесь за проверкой автомобиля, за поиском автомобиля, за подбором автомобиля, то, что приезжаете к нам, мы вам подбираем лучшие автомобили, которые только есть. Вот, поэтому, ребят, вот от чистого сердца всем огромное спасибо. Итак, для новых подписчиков, чем мы занимаемся? Мы для вас можем привезти автомобиль с аукциона Японии. Кстати, сегодня речь пойдет именно вот по сравнению, да? Будет сравнение автомобилей, которые здесь стоят на продаже, и если автомобиль везти с аукционов Японии. Это раз, Япония. Корея, это два. Далее, друзья мои, если вы хотите просто проверить автомобиль, который уже привезен, неважно, пробежный он, беспробежный он, короче, машины, которые уже находятся здесь, во Владивостоке, в Приморском крае, это три. Также, ребят, есть подбор автомобиля. Что такое подбор автомобиля без вас? Хотите вот Форестер, вот такой вот, да, кстати, я вот этого Форика продаю, кто за мной следит, наблюдает, все знают, что с ним было. Он был с пробегом 8 тысяч, сейчас пробег 55 тысяч на нем. 55 тысяч. Отдаю его где-то очень дешево, ребят, очень дешево. Отдам 2 миллиона, ну, естественно, какой-то торг есть. Дальше, друзья, вы приезжаете, мы вместе с вами встречаемся на авторынке «Зеленый угол», выбираем, ищем вам автомобиль. Друзья мои, немаловажно, я работаю официально, да, то есть, не то что при необходимости, если это аукционы Японии, мы с вами обязательно заключаем договор, да, то есть там будет прописано все, все риски, все, ну вообще в принципе, все, что может быть. Деньги вы переводите не какую-то там на карту физического лица, а деньги вы переводите именно на счет, это очень важно. Сейчас вставляю небольшой отзыв о привезенном автомобиле с аукциона Японии. Ну, расскажите свои впечатления об автомобиле, вообще о процессе покупки автомобиля. Впечатления очень хорошие, то, что ожидали, то и получили. Машина в идеальном состоянии, а по комплектации все идеально получилось. Быстро нашли, буквально неделю купили. Довольны. Александру большое спасибо, что без каких-либо проблем. Я, как обычно, в Владивосток собираюсь, что-нибудь до приключения получается. Но в этот раз, тьфу-тьфу-тьфу, все отлично получилось. Поэтому, Александр, большое спасибо. В дальнейшем, скорее всего, тоже будем обращаться. Радость, что получилось так. Спасибо большое. Все, благодарю вас. Спасибо. В общем, на улице у нас какая-то жесть. Я решил, то, что мы сделаем лучше полезное видео. Посравниваем ценники именно вот с компьютера. Итак, сейчас вам покажу несколько автомобилей, которые были куплены последнее время. Расскажу, за сколько они обходятся нашим клиентам. И покажу вам цены на дроме. Такое спокойненькое сегодня видео сделаем. Итак, значит, перед нами Honda Stream, Ren 6 кузов, это минивэн, пробег, внимание, 37 тысяч. Автомобиль 2010 года выпуска, 8 месяц. Он идет 3,5 балла. Правая сторона вся чисто. Кузов у нас идет целый, B3 у нас идет на пороге. Да, даже вот на пластике. Фактически, ну, скорее всего, просто вот он немножечко отклеился и все. Вот, в остальном автомобиль идет весь целый. Хочу обратить внимание на... Ну, давайте, ладно, к этому вернемся. Итак, запоминаем, да? Автомобиль у нас идет 3,5 балла, пробег на автомобиле 37 тысяч, кузовщина вся идет целая. Давайте посмотрим, сколько такой автомобиль стоит у нас на дроме. Нашел подобный автомобиль, такого цвета не было, с таким пробегом тоже не было. 2010 год, стоимость автомобиля 1 миллион 150 тысяч рублей. Итак, значит, нашему клиенту данный стрим обходится 1 миллион 2 тысячи рублей. Разница налицо, да, разница в 150 тысяч рублей. И опять же, внимание, если вот здесь вот, давайте посмотрим аукционный лист. 3,5 балла, CC. Да, в принципе, знаете, в принципе, неплохой автомобиль. Да? Но вот только если вот здесь будет указано пробег 30 тысяч, то цена изменится. Изменится
разница на порядок. Такая вот разница, если вести автомобиль с Японии и покупать автомобиль здесь. Ну вот он, красавчик стоит. Машина хорошая. То есть вопросов по вот этому автомобилю нет. А как бы бросаться аукционными листами, тоже продавцы так не делают. Если он выложил аукционник, значит он пробивается по статистике. Ну, говорю глобально, здесь никого нет. А вот он, номер кузова есть. Можете открыть, можете посмотреть. Но опять же, да, нас интересует сегодня разница в цене. Итак, у нас машина 10-й год, 1 миллион 150 тысяч она стоит. Если машину везти с Японии, машина 10-го года, пробег в 3 раза меньше, стоит она 1 миллион рублей. Идем дальше. Дальше больше. Ну и как бы плюс цвет. Белый цвет, да, он всегда идет подороже. А на чем я хотел заострить внимание? Вот на вот этой вот бумажке, да. Ребят, когда заказываете машину в Японии на каких-то компаниях, да, у людей, еще где-то, всегда просите вот эти вот скрины с личного кабинета. Я объясню вам, что это такое. Здесь указана сумма 365 тысяч, это все в йенах. Что это такое? Это стоимость автомобиля в Японии и расходы по Японии. Так вот, стоимость автомобиля в Японии можно узнать путем посмотреть любые статистики, да, там даже USS аукционы, через бота можно узнать, можно вытащить стоимость автомобиля в Японии. Расходы по Японии вы не узнаете никогда. Никогда. Вот здесь вас могут обмануть. Приписать 100 тысяч, приписать 150, приписать 200 тысяч. Вообще там у некоторых компаний, да, расходы там фиксированы. 300 тысяч иен. Ну куда? Ну что смеяться? Дурят вас, как не знаю кого. Такие вот дела. А вот это у нас 40 тысяч, это фрахт. Фрахт вообще он был 70 тысяч, потом была какая-то акция. Сейчас она, к сожалению, закончилась. Фрахт стоит 40 тысяч иен. Вот, итого, значит, автомобиль обойдется во Владивостоке нашему клиенту 1 миллион рублей. Как складывается цена? Да, ну, естественно, это все умножается на курс иены. Иена была 68, копейки брать не буду. Прибавляется пошлина на автомобиль. Автомобиль непроходной, пошлина конь, 651 тысяча рублей. И плюсуются расходы по России. Я вам не буду расписывать, сколько стоит лаборатория, перегон, там, СВХ и так далее и тому подобное. Лаборатория... Расходы по России 75 тысяч рублей. Вот, в принципе, ну, всегда укладывается. Там, может быть, будет небольшим плюсом 10-15 тысяч рублей. Но, как правило, эти расходы, они всегда меньше. Такая вот разница, ребят, на автомобиле. Давайте едем дальше. Это у нас Honda Vezel, RO1 кузов. 4 балла, цвет указан черный, но по факту цвет немножко другой. Сейчас посмотрим. Такого плана цвет. Внимание, значит, автомобиль 2018 год, 6 месяц, 1,5 литра, это не гибрид, пробег на автомобиле 23 тысячи. 23 тысячи, ребят, пробег. Так, стоимость автомобиля во Владивостоке для нашего клиента составит 1 миллион 665 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. Пошлина на автомобиль 496 тысяч рублей. И 75 тысяч рублей услуги брокера. 4,5 балла. Вот что-то как-то с экраном я сделал. Где вам показать, что это 4,5. Вот здесь вот видите наверху. Так. Сейчас сделаем. Вот, я увеличил. Вот он, пробег 23 тысячи. Кузовщина, видите, данная идеальная. А1. 4,5 балла. Сейчас я хочу зайти на сайт drom.ru. Заходим, видите, у меня подготовлено все. Нашел я такой же Везель. Ну, подобие такого же Везеля, да, в уссурийске, 18 год. Внимание, стоимость 1 миллион 850 тысяч рублей. Да, место
1 665 000 рублей. Да, пробег здесь чуть поменьше, цвет здесь идет черный. Также автомобиль не гибрид. Хорошая машина. То есть Везель, который в Уссурийске, хорош. Но 3,5 балла. Идет замена переднего правого крыла, замена крышки багажника. Ну и какие-то вот вмятинки по левой стороне. У нас машина идет по кузовщине идеальная. Как бы, знаете, то, что идет замена крыла, замена крышки багажника, по факту, да страшного здесь ничего нет. Здесь нужно посмотреть, что за крылом, посмотреть торцевую планочку багажника. Если все цело, ну сняли деталь, поставили новую, ничего страшного. Очень важно при покупке автомобиля делать перевод аукционного листа. Очень важно. Мы покупаем автомобили вплоть до 5-бальных. Мы запрашиваем переводы аукционных листов. Ребят, ну разницу считайте. Считайте разницу. Да, видно то, что машина хорошая, под капотка блестит. Конечно, по фотографиям нельзя оценивать автомобиль, но тем не менее вижу я. Кожаный руль, полный руль здесь идет. Так, далеко убежал. То же самое, полный руль, кожаный руль. Ну, короче, иксовая комплектация. Ладно, едем дальше. Значит, сейчас с девушкой общаюсь. Вот, должны были видеть, в предыдущем видео говорил, да, то, что активизировались мошенники, мошенников все больше и больше. Вот, в общем, я думаю, на днях, наверное, нужно видео будет полностью записать. Короче, если вкратце, еще раз напоминаю, женщина обратилась, заказала себе Fit Shuttle, сумма у нее была 670 тысяч. В итоге ее там обманули, ее там на нормальную сумму. Вот эту вот бумагу, вот такой вот скрин не предоставили. Потом уже, когда начали мы с ней общаться, ей предоставили скрин, но скрин предоставили с фотошопа, сумму туда подрисовали. То есть я ей просчитал автомобиль, он ей обходился на иную сумму меньше. Ей другая компания просчитала автомобиль, наши расчеты сошлись. А вот та компания, через которую они везли автомобиль, ну, обманула. Да, в итоге с нее затребовали 200 тысяч йен, так как машина санкционная, хотя это не обязательно было платить. Да, ну, тут как бы каждый уже сам решал. Вот, по итогу с ней расторгли договор, и она не знает сейчас, что делать. Ни денег, ни машины. Машину, как сказали, они будут реализовывать. Поэтому, ребят, проверяйте людей, с кем вы работаете. Это очень важно. Давайте переходим к следующему автомобилю. Да, это у нас идет. Везель встал вот нам, пожалуйста, 1 610 000 йен. Все расходы по Японии. Следующий автомобиль идет. Это Subaru VM4 Levorg. 2015 год. Пробег 72 тысячи. Объем двигателя 1,6 литра. Комплектация идет GTS. 4 балла. Состояние кузова B. Целая кузовщина, целая, но, возможно, вот там какие-то маленькие царапки будут. Вот она, GTS комплектация, объем 1,6. Черный цвет. Итак, значит, Subaru обходится нашему клиенту 1 441 000 йен, да, при ставке. Выиграли машину за, ой, по-моему, за 980 000 йен мы ее купили. Итак, вот она. Стоимость автомобиля, все расходы по Японии, вот он фрахт, вот она сумма конечная, которая будет указана в инвойсе. 1 120 000 йен, то есть обмана нет никакого. Знаете, все думают, то, что вот эта вот бумага, она приходит с Японии, то, что инвойс печатается в Японии, ничего подобного. Инвойс печатается здесь. И вот здесь вас могут жестко и очень хорошо обмануть. Это очень важно. Так, 4 балла, целенький кузов, да, я уже говорил, я уже дальше перебежал, ребят. Давайте посмотрим, сколько такие Леворги стоят здесь. Итак, Леворг, опять же, он найден в Уссурийске. Кстати, по-моему, тот же продавец, что и Везель. Смотрите, автомобиль в идеальном состоянии. Таможня 27.07.23 года. Считайте, какая разница в цене. Когда автомобиль будет ввезен
по новым правилам, да, то есть будет уплачен утилизбор. Вот эта сумма, 1 675 тысяч рублей, она поменяется. Поменяется в большую сторону и на порядок. Пробег на автомобиле 90 тысяч. Та же самая комплектация GTS. Да, как и у нас. Балла GTS комплектация, ну какие-то коточки есть, вот этого бояться не надо, машина реально вся целая. Вот он с левой стороны, перевод аукционного листа обязательно, а в обязательном порядке нужно делать перевод аукционных листов, тем более автомобили, которые идут 4 ВД. Так, ну и давайте переключимся дальше на очень интересный, популярный, в то же время простой автомобиль. Toyota Corolla Fielder, не гибрид, 4 балла, пробег 62 тысячи. Иксовая комплектация, они есть X, есть G-шки, да, есть там VXB. VXB цена конь будет. Обычный серый цвет. Здесь, обратите внимание, фрах тоже стоит 70 тысяч йен. Ну, это стандартная цена, он в дальнейшем так и будет стоить. Все расходы по Японии 1 миллион 160 тысяч йен. Запоминаем, 19-й год, 63 тысячи пробег. Стоимость автомобиля 1 миллион 121 тысяча. Машина проходного года, пошлина 264 тысячи на автомобиль. На сегодняшний день, поймите, очень важно, да, почему я постоянно всем говорю вот в переписке, здесь, на сегодняшний день, потому что все расчеты вот по сегодняшнему курсу. И теперь внимание, заходим, подготовленный Fielder, 19-й год, 1,5 миллиона рублей, 1,5, растаможен до 31 числа. Ну тут что-то как-то, опять же, машина клевая, машина хорошая, 4 балла, кузов идет целый, то есть вмененных, крашеных элементов на автомобиле нет, серьезных коцок нет, а 1,2 это все мелочи, просто забываем про это. Но цена 1,5 миллиона рублей. Ну, тут только сонары добавились, в отличие от нашего автомобиля. А так все то же самое. Да, машина хорошая, машина не ржавая. Пожалуйста, выкладывай скрин с Алиада. Ребят, ну вот такой вот информации я с вами поделился. Никогда не записывал такие видео. Посмотрим, зайдет оно, не зайдет. Вообще пишите комментарии. Что думаете? Ну, что лучше, либо купить здесь Филдера за 1,5 миллиона рублей, да, либо сэкономить там 300 тысяч, 350, но подождать месяц-полтора, решать в любом случае вам. Поэтому на сегодня мы будем заканчивать. Давайте всем хорошего настроения, всем огромное спасибо, кто стал новым подписчиком за вот это вот видео. Всем хорошего настроения, всем пока, ребят.